захлопали в ладоши и начали обнимать друг друга. Чтобы стать чемпионом, нужно хорошо тренироваться и быть усердным, ну, трудолюбивым и все такое. Как сесть в посадку, там, как сделать стол, как разножку сделать. Ну, и думать в основном о победе. Было немного тяжело. К тому же пробные я завалила, и потом надо было как-то исправлять это все. А конкуренция, ну, в общем, я не знаю, что будет в Чайковском.